Студия «Сквозь горизонт». Мир предков. Очень много веков назад, во времена наших предков, силы зла, ведомые страшной тенью, подчинили себе почти весь мир. Королевство Голона-Мора, последний оплот человеческой цивилизации, оказалось на грани полного уничтожения. Мои доблестные воины. Сир, нам уже пора в бой? Приветствую твой энтузиазм, мой юный друг. Но сейчас тебя ждет более трудная задача. И мне она не по душе. Мы – последний рубеж мира наших предков. Тень зла сеет смерть и разрушение. Поэтому я прошу вас о крайней мере – принести себя в жертву ради того, чтобы нейтрализовать проклятие великого мага. Не волнуйтесь, сир. Мы готовы. Нет. Вы еще не знаете, какой силой он обладает. Это пока за пределами вашего разума. Но все-таки мы его остановим. Он идет. Ты предатель, сукин сын. Узкий у тебя взгляд, но я понимаю. Мы жили в мире. Все королевства жили в мире. Ты спятил? Нет, брат. Это не был мир. Это была лишь привилегия благородных. Это был тупик. Стагнация. Это была смерть. Все начнется заново. И что же начнется? Полное уничтожение? О, да. Пока мой король и его друзья отчаянно сражались с тенью зла на поле боя, я, Мелек, в последние мгновения своей жизни готовился произнести страшное заклинание. Ah!
Храбрые воины короля доблестно бились, задерживая тень зла. Но все усилия были тщетны. И это все? Ты ничтожество, а я тень зла. Держись, мой король. Держись. Мы последние хранители мира предков. И если мы выживем, то будем петь победные песни. Зачем? Зачем все это? Ты глупец! Нет! Я бог-разрушитель! Мелик! Да, я здесь, друг мой. Это для тебя! В тот день тень зла, бог-разрушитель и вся его армия были повержены силой моей жертвы. Голан Мор возглавил тех отчаянных, кто противостоял силам тени зла. Но весь ужас в том, что даже великий вождь не может побеждать постоянно, особенно когда время против него. Накапливалась усталость, и Голан Мор надеялся, что вскоре он передаст бразды правления своим сыновьям — Ируми и Майруку. Братья были непревзойденными воинами и прекрасными полководцами. Они сумели наголову разгромить войска Тени Зла. Хаос временно отступил. Пришло время мира. Мир предков. В главных ролях Дженнифер Мисчати, Райан Филлипс, Джо Морелли, Кристофер Джонс и Стюарт Арнольд. Операторы Алессандро Ротта и Лука Гривит Бранкот. Вот и все. Враг тебе этого не скажет, но его меч пронзит твое сердце. Пожалуй, я облажался. Меня поражает, что после 10 лет сражений с тенью зла ты не озлобился. Знаешь, Майрок, мне хочется, чтобы ты был... таким, как ты? Нет. Не сомневайся. Когда придется сражаться с силами зла, они будут жестоки. Пойми это. Ладно. Реванш? Давай.
Майрок, ты цел? Кажется. Ирума, сзади! Майрок! Ирума, нет, Ирума! Встань, сын мой. Прости, отец. Мы найдем твоего брата. Пойдем со мной. Атия, у тебя есть новости? Да, мой король. Но вам надо действовать быстро. Объясни, Атия. Принц Ирума все еще жив. Но причина, по которой его не умертвили, не ясна. Враги скрывают свои злые замыслы, и я пока что не могу их понять. Я прошу прощения, сир. Не надо просить прощения. Я должен знать, в чем дело. Силы хаоса не могут противостоять нашему новому оружию. Поэтому они решили каким-то образом использовать одного из потомков нашей главной мировой линии, чтобы применить против нас древнее оружие — доспехи святости. Но доспехи святости — это легенда. Нет, сын мой. Их применили в прошлой войне. Но предвечная мать решила, что они опасны, и разделила их на 4 части, доверив каждую одному из стражников. Но теперь силы хаоса используют Ирому, чтобы применить доспехи святости, и Ирума будет действовать в интересах наших врагов. Я найду их. Найду доспехи святости и спасу Ируму. Однако это будет нелегко, принц Майрок. Тебе нужен отряд, а может и целая армия. На тебя нападут. У тебя есть заклинание, которое делает человека невидимым. Это магия. Я пойду один. Сир? Атия! Я... Все хорошо. Просто очень большой расход энергии. Ты ничего не чувствуешь, но теперь ты станешь невидимым для врагов. Обещаю, отец. Я верну Ируму. Я тебе верю. Thank you.
Атия, открой портал. Удачи, сын мой. Ух ты! Моему сыну можно доверять? Слежка за ним может принести вред, поскольку даже самое защищенное заклинание связи может навести врагов на наш след. Придется рискнуть. Только ему по плечу эта задача. Но я боюсь его потерять. Кто ты такой? Ты потомок древней расы? Да. Ты ищешь доспехи святости? Да. У меня есть камень, который указывает на одну часть доспехов. Но он обеспечивает баланс сил в моих землях. Сейчас весь мир предков может быть уничтожен. Камень нужен для того, чтобы спасти его. Вы сами доверили камень мне. Идет война. Я ее видел. Я сражался. И все может закончиться очень плохо. Прошу тебя, умоляю, отдай камень. То есть ты хочешь спасти мир предков от могучих сил зла? Не смеши меня. Ты жалок. Я теряю терпение, сморщенная рожа. Я Майрок! Сын Голана Мора! Я защищал крепости Ориона! Я громил полчища Тени Зла! Что ты обо мне знаешь? Он справится. Вы должны довериться своему сыну, мой король. У него не так много времени, но он должен успеть.
Прошу! Я не хочу вас убивать! Я хочу спасти мир предков и всех его жителей! Включая также и вас! Встаньте, сестры. Воин, ты нарушаешь покой моего храма. Я этого не хотел. Покорно прошу прощения. Зачем ты здесь? Чтобы спасти мир предков от тирании мерзкой тени зла. Тень зла. Встань. Расскажешь обо всем. Но королева... Сестра, тише. Я прекрасно вижу, что у этого человека нет враждебных намерений. И поэтому я хочу услышать, что он скажет. Где камень? Камень доспехов святости. У меня. Откуда ты о них знаешь? Я думала, что о них забыли очень много лет назад. А ты откуда знаешь? Ты так молода. Я намного старше, чем тебе кажется. Что ж, как тебя величать? Я Майрок, сын Голана Мора. Принц, конечно. Я Лантрис. Я здесь уже много лет. Я не могу уйти отсюда и не могу состариться из-за этого негодяя. Очень давно тень зла начала завоевывать земли королевства твоего отца. Постепенно почти все местные правители предали Голана Мора. И царство зла распространилось до этих границ. Мои амазонки сопротивлялись просто отчаянно, но наши усилия были тщетны. Нас разгромили. Тень зла победила. У нее один из камней, пробуждающих доспехи святости. Сила камня направлена на меня. Я навеки привязана к камню. Вы храбро сражались, и поэтому я пощажу тебя и твоих амазонок. Я вернусь, когда придет время. А до тех пор ты будешь носить заклятие Стража Камня. В дальнейшем союзники Тени Зла решили свергнуть ее и получить камень.
Один из них ранил меня. И я думала, что скоро умру. Но не умерла. А затем я встретила пророчицу по имени Атия и попросила узнать, что со мной произошло. Тень зла, использовав силу камня, сделала тебя бессмертной. Однако этот самый камень сможет вновь сделать тебя обычным человеком. Она пыталась снять заклятие, но чары тени зла были намного сильнее. Только этот самый камень сможет вновь сделать тебя обычным человеком. А затем, однажды, придет великий воин, который снимет чары зла. Итак, зачем же мне помогать тебе спасти мир предков? Не только мир, но и людей, которые мне дороги. Рассказывай. Они могут подчинить своей воле моего брата. А с доспехами они уничтожат всех людей в мире предков, включая амазонок. Я понимаю. И помогу тебе. Но камень отдать не могу, так что я пойду с тобой. Нет. Это моя задача. Не будь глупцом. Я бессмертна, а такой союзник может быть очень полезен. Не знаю, что сказать. Спокойной ночи. Лантрис! Кто ты? Посланец тени зла? Что ты сделал с Лантрис? Лантрис! Нет, нет, нет! Я не хотел! Я не хотел! Лантрис! Я не хотел! Я думала, ты воин. Я не умерла и не умру! Моя семья и мои друзья давно почили в мире, а я останусь такой навсегда. Прости. Прости, Майрок. Я думала, что ты воин. Я хотела, чтобы ты меня убил. Прости. Прости. Thank you.
Жди здесь. Встаньте, сестры. Я приняла решение уйти с принцем. Но, королева, я должна стеречь камень. Куда пойду я, туда и камень. Возможно, в этом пути я сумею снять злые чары. Тогда мы пойдем с тобой. Нет. Принца защищает мощное заклятие невидимости. Его сила такова, что я тоже буду невидимой. Но вы нужны здесь. Мой король. Датья. Принц сумел получить второй камень. О, все не так плохо. Надежда есть. Конечно, милорд. И кроме того, теперь у вашего сына есть помощник. Что? Наша тайна раскрыта? Нет, милорд. Этого человека я знаю очень и очень давно. Майрок, как ты? Может, мы передохнем? Ты не понимаешь. У нас нет времени. Если хотя бы один из камней попадет в руки врагов, то мой брат и весь мир предков погибнут. Майрок! Майрок. В чем дело? Знаки жизни Майрока. Что случилось? Он... Нет, он жив. Но сейчас он очень слаб. Он ранен в бою? Его предал тот, о ком ты говорила? Нет, милорд. Ваш сын, он... Идиот. Клинический кретин. Впервые вижу дурака, который ради дела рискует своей жизнью. Ландрис, что случилось? Ты потерял сознание. Так, объясни, почему ты не сказал, что я ранила тебя во время нашего поединка? Ты круглый дурак, принц Майрок, сын Голлана Мора. Осторожно. Мне лучше. Отдыхай. Камень залечит рану. А как же ты? Ты же устала. После того, как тень зла меня прокляла, мне не нужны ни отдых, ни еда, ни питье, ни... О чем ты задумалась? Многие люди мечтают о бессмертии. Но если бы они узнали, каково быть бессмертным, они бы серьезно подумали. О, смотри.
Смотри, там. Это слишком просто. Согласна. Я попробую взять этот камень. Но... Майрок, включи мозги. Точно. Ты неуязвима. Верно. Ландрис! Не волнуйся, Майрок! Что тебе надо в моем царстве? Стражник! Покажись! Мы не хотим драться! Помоги! Стражник! Докажи, что ты достоин своих предков! Отпусти, Ландрис! А то что? Ладно. Ты хочешь создать волну энергии, которая уничтожит мой храм? А что? Тогда ты не спрячешься, трус! Ну а если я ее убью? Невозможно. Она бессмертна. Правда? Хочешь сбить меня с толку? Она хочет снять проклятие и продолжать жить дальше. Заткнись. Поскольку она связалась с тобой, умирать ей больше незачем. Заткнись! А ты? Видно, что ты по уши в нее втрескался. Ты же не хочешь, чтобы она умерла, да, принц Майрок? Слабовато получилось. Я вернусь. Покажись! Попробуй еще раз! Как это может быть? Я тебя вижу. Между камнями есть связь. Я чую энергию. Готовься к смерти. Прости, стражник. Я не хотел тебя убивать. Отпусти, Ландрис! Ничего. Придет и твое время. Скоро вы все умрете, принц Майрок, сын Голана Мора. Ты меня знаешь? Меня создали, чтобы защитить камень от тени зла. Она возвращается.
Ты отстал от жизни. Тень зла мертва. Мелик сковал ее своим заклятием. Умерла лишь ее телесная оболочка, но ее черная душа жива. Она повелевает темными силами и уже обрела новое тело. Тело из мира предков. А когда она найдет доспехи святости, никто не сможет ее остановить. Майрок! Лантрис! В моего брата вселилась тень зла. Слушай, я понимаю, что ты чувствуешь. Держи себя в руках. У нас уже есть 3 камня, остался 1. Надо успеть. Успеем. А что делать с ним? Ничего вы со мной не сделаете. Я вновь уйду в тень, где пребывал всегда. Берегитесь, тень зла непременно вернется. И весь ваш мир предков погрузится во тьму, который никогда не видел. Получилось? Да, мой король. Каждый камень делает Майрока намного сильнее. Его силы растут. Остался 1 камень. Что ты видишь в будущем? Может, ему удастся спасти своего брата? Он уже не раз доказал, что прекрасно умеет сражаться в бою. Почему вы в нем сомневаетесь, повелитель? Дело в том, что Майрок всегда пребывал в тени Ирумы. Я думал, он подражает старшему брату. Я ошибался. Он хороший сын и великий воин. У него доброе сердце. Поэтому только он может выполнить такую непростую задачу. Он искренне любит своего брата, и он глубоко верит в то, за что ему стоит бороться. Здесь. Мы на месте. Мы найдем твоего брата. Я знаю. Знаю. И ты не один. Помни это. Лантрис, я... Не торопись с этими глупостями. Сначала надо найти последний камень. Ладно. Пойдем.
Смотри. Иди за камнем. Я разберусь. Ладно. Добро пожаловать. Мне нужен камень. Я не хочу драться. Так, весело. Yeah.
Да ладно. Майрок! Помоги! Возможно, ты станешь героем. Посмотрим. Камень у тебя? Конечно, у меня. Мой король. Он справился. Прости, что сомневался. Ландрис, где твой камень? Все так и должно быть? Понятия не имею. Вообще-то никто не мог пробудить доспехи святости. Это невозможно. Что невозможно? Атия, говори. Сила четырех волшебных камней практически полностью уничтожает магию. Что это значит? Объясни мне. Теперь силы тени зла видят принца Майрока. Сделай что-нибудь. Предупреди его об опасности. Моя магия не настолько сильна, и я не могу связаться с ним. Теперь Майрок один. Доспехи святости. Майрок, что это? Назад! Через этот портал мой брат. Мой брат! Ирума! Майрок, осторожно! Помни, что тебе сказала тень! Ирума! Брат! Тень зла меня пленила. Меня держали в тюрьме, пока ты не собрал камни доспехов. Ирума. Твой брат меня не остановит. Он не понял. Тень не остановить даже смерти. Нет! Лучше бы ты остался мертвым. Хочешь сразиться? Ты глуп, как пень. Может быть.
Но не стоит меня недооценивать. Ирума! Брат! Прошу, ты еще не совсем потерян! Майрок, прошу! Все очень просто, брат. Не сомневайся, когда придется сражаться с силами зла, они будут жестоки. Пора тебе умереть, принц, а потом умрет твой любимый король. Ирума, отец, простите. Нет! Простите, мой король, все пропало. Майрок, Ирума, тень зла. Как это могло быть? Я поклялся вернуться, Голанмор. Атия, зови охрану. Боюсь, король, что слишком сильные эмоции лишили ее дара речи. Что стало с моими сыновьями? Твои сыновья мертвы, дорогой король. И ты тоже умрешь. Эра мира предков закончена. Теперь пришло мое время. Начало эры хаоса. Впрочем, сцена моего триумфа не готова. Идем, король. Пора умирать. Теперь никто и ничто тебя не спасет. Майрок! 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 Ландрис, ты права. Я идиот. Нет. Нет. Майрок! Майрок! Будь со мной! Майрок, нет! Майрок, прошу, нет! Майрок, не покидай меня! Майрок!
Эра мира предков пришла к концу. Ты глупа, тень зла. Убей меня, но ты проиграешь. Прошу. С последним камнем чары разрушились. Я не стала обычной смертной. Но теперь я могу повелевать энергией бессмертия. Что это? Не волнуйся. Я поняла, в чем смысл моей жизни. Ты тот воин, которого я ждала. Я люблю тебя, Майрок. Нет, не надо. Моя жизнь ничего не значит. Я прожила много веков. Но я не была живой, пока не встретила тебя. Ландрис. Ландрис. Тебя ждут великие дела, юный бог. Иди. Спасай царство. Ландрис. Я вернусь к тебе. Тень зла! Теперь ты заплатишь за все! Ты еще жив? Ох, это бессмертная. Надо было убить вас. Ты просто не хочешь понять. Вот это доспехи святости. Я должен как-то проникнуться. Вот доспехи святости. Как и твои. Возможно, более мощные. Доспехи — это прибор, созданный для хранения энергии в физической форме. То, что на тебе — накопитель энергии. А камни — способ ее использования. Эти вещи дал мне мой отец. Я могу стать настолько сильным, чтобы создать свои доспехи святости!
Пройдя через жертвы и потери, принц понял, как стать королем. Вот так совершенно новая эпоха мира предков началась. Но это уже другая история. Fight. But why should I do in the dark of night?